Мне посчастливилось родиться в селе Селезнево Шилобулихинского района с богатой историей, которую создавали 250 лет ее жители. И мне хотелось сохранить ее и передать потомкам. В 2000 году эта идея воплотилась в реальность. В селе создан музей истории. Сейчас в нем более 3500 экспонатов. Совместно с учащимися проводилась исследовательская работа, результаты которой представлены на региональных и федеральных конкурсах. Создан сайт музея. Мы с нашим бывшим учителем Сергеем Николаевичем Черепановым провели очень большую работу. То есть нашими силами был собран этот музей полностью. Наряду с проведением уроков по истории, то есть у нас была возможность побывать в разных местах, собрать столько экспонатов, то есть наглядно все это увидеть, все это прочувствовать, которое, ну, очень интересно было при этом. Там упоминалось про наших предков. Это сейчас не от всех услышать, то есть не все остались живы. В то время можно было еще. Музей имеет большое значение. Там хранятся старые традиции, медали ветеранов, предметы быта. Там вышивки старинные есть, фотографии. Внук нашел там, нашел крест какой-то к нему, старинный, царский. Огромное спасибо Сергею Николаевичу за этот труд. Он создал этот музей. Спасибо ему большое. Музей функционирует успешно у нас. Дети с удовольствием приходят на классные часы. На 9 мая, перед тем, как посетить памятник, ветераны и гости заходят в музей, знакомятся с экспозициями, встречаются со знакомыми, а потом уже мы идем все к памятнику. Жители села часто приводят своих родственников, гостей, чтобы показать историю нашего села. Поэтому большое спасибо Сергею Николаевичу за этот музей. Приглашаем всех в гости. Открытие в селе Селезнево музея – это исключительное событие истории Шилобулихинского района. Музей в селе сегодня является культурно-историческим центром, где жители могут соприкоснуться с корнями своего прошлого. Им удалось собрать весь быт, всю культуру и достижения, накопленные за всю историю. Сегодня этот музей представляет особую гордость. Гордость за то, что именно в нашем селе есть такой человек, есть такой энтузиаст своего дела. И со своими помощниками они делают огромное большое дело для нашего района. Приятно входить в музей, приятно общаться с теми предметами, которые находятся и расположены в коллекциях нашего музея. Сегодня это один из главных конкурентов по накоплению предметов музейного фонда нашего, с нашим районным музеем. Поэтому огромная благодарность, более ничего более другого не могу сказать. Огромное спасибо Сергею Николаевичу.